Game on. Всем привет, друзья, с вами ММА. Сегодня я никуда не поехал, сафари, там, парки, ну, короче, во все места я не поехал. Сегодня я остался тут, потому что у меня есть важное задание, если зайти в дуэльку, я подготовил для вас очень прикольный ролик. Правда, не успел немного дожать кота, просто немного не очень на нем идет, карты неподходящие были. Если зайти в мастерство, то мы можем увидеть, что там спайк... Пчела, но некоторые персы, да, уже второго золота. Точнее, третьего. Но есть Мико. Ему осталась одна каточка. Но это обычная 3 на 3. Если зайти Чарли, тоже одна каточка. И кошака. Я кошака апал, но, к сожалению, чуть не дожал. Поэтому сегодня мы с кошаком, с Чарли и с... Какого? Мико? Забыл, блин. Попробуем апнуть. Три золота, ну, точнее два, потому что третий я добью тогда чуть попозже, а вы перед началом обязательно закидывайте лайк. Кстати, вот эта акция, да, это же вообще сумасшедшая акция. И, кстати, я делаю конкурс сейчас, он идет у нас, сейчас покажу вам, что буду долго рассказывать. Смотрите, вот он конкурс, у нас будет два победителя, кстати, итоги уже сегодня. Два победителя получат гемасиков, чтобы купить вот эту акцию, да. Сейчас покажу. Дайте я сверну вот эту. Вот эту акцию. Но по факту эта акция нафиг не нужна. У нас тут есть вот такая акция, которую я сейчас, кстати, куплю на фуловый аккаунт. Но это будет не особо, думаю, интересно. Там только скины могут выпасть. Но у вас помимо этого еще и останется гемасиков. То есть вы можете купить вот эту. Это 50, а не 40. Так еще и много чего останется. Блин, это просто нереально. И так что участвуйте обязательно прямо сейчас по ссылочке в описании. А если вдруг что-то хотите купить, но не знаете, где это сделать, то мы вам с этим поможем. Также MMA Gems, там много игр, много товаров. Просто залетайте, посмотрите, если что-то понравится, можете смело покупать, потому что за качество мы отвечаем перед каждым клиентом. В общем, погнали. Блин, правда, есть один моментик, что у меня пик под мастерство, а не под эту карту. Так что, ну, как говорится, в этой карте без отговорок, так что погнали. Чел на коте даже прячется. Блин, первый надо пик по-любому выиграть, кот на кот. Но тут иногда решает просто... Ладно, без отговорок. Еще не знаю, сколько каток надо выиграть, чтобы... Тем дум дали мастерство. Я успею дать? Я успею, но этого не хватит. Надо было просто тыку дать. Ладно, пофиг. Ну, две я никак не дам. Блин, кот на кот. Просто. Давай, прыгай. Мне надо, чтобы он на меня напал. Но с гейлом я не знаю, какие шансы у обезьяны. Хотя, может быть, и есть. Хрен знает. Надо побайтить ее. А че он там сидит? Че за странный чел? Ну, это странно было, но главное сработало, а остальное пофиг. Мне бы гиперзаряд тычку. Одну бы накопить. А, еще не хватило, ё-моё. Блин, ну почему так мало не хватает?
Ну, вот сейчас вроде бы все отлично. Просто за ним следуем. Да, тут уже. Ну, обезьяна в солосе заработала на... на мастерство. Плюс 22. Почти всем. И получается, значит, остается еще одна, и у нас сразу будет два типа. Давайте проверим. Да, прям 8. И тут чуть-чуть больше. Тут 15. Ну что, погнали. Ладно, это следующая карточка. Матчмейкинг вроде бы быстренький. Что там, опять кошак? О-о-о-о, вот это я очень не хотел бы увидеть. Против, ну... Тут как будто без шансов. Можно просто накопить ульту и идти в дым. Я типа не знаю как. Фрэнк, ты никак не выиграешь. Единственное, может забайтить его на гаджет. Если у него наушники, давайте мы хотя бы это узнаем. Мы накопим ульту. И забайтим его на наушники. Если он не байтится, то мы тогда попробуем и снести эти 15к. Так, вверх, вверх, вверх отходим. Не, не работает. Ладно. Блин, он сейчас меня как может фигануть? Блин, ну я отходил в бок, да что за бред? Да, Фрэнк это непоколебимая сила. Короче, есть надежда на гиперзаряд. Но его мне заранее как-то надо покоцать, типа. Ладно, если идеи надо потянуть. Да бред! Я не понимаю, типа, я понимаю, как механика на практике работает, но теоретически не понимаю, почему ты приземляешься, и в тебя тычка, это все равно летит, это то же самое, что с Нани. Чел дает тыку, ты еще не приземлился, у тебя гиперзаряд, и ты по-любому должен застанить. Ладно, которая тычка, базар нет, летит после, да? Но почему он ее цепляет? Эта тычка, она должна пролететь, потому что ты еще в воздухе, ты недосягаем, ты не управляем. Бред полный. Тыка-тыка-тыка! Блин, как же бесит. Найс, мы его гаджет проверили. Все, и мне надо просто его не пустить в центр. Чел просто на плюсовый идет, ничего хрен, что сделаешь. Ничего не сделаешь. Ё-моё, как же повезло! 38 хп, охренеть! Теперь тоже нельзя проиграть. Потому что если проиграю, то, ну, Мика очень тяжело будет. Но чел мне фидит, это хорошо. У меня есть ульта, это хорошо. Нужно дождаться гиперзаряда. Ну,
Блин, я боялся, что не успею дать. Ну это кринж катки. Но мы добили два титула и еще кошака добьем попозже. Давайте заценим. Может что-то стоит из этого поставить, я просто не смотрел, как они там называют. Вот это имба, как вам? Ставим, нет? Бананчик чисто. А тут? А у Чарли что? Удивительное. Ну удивительное точно не мое, я не бы сказал, что я удивительное. Ну блин, вот этот имба. Я... Вы напишите, что думаете, делаем ли это. Я подумаю, как оформить прикольно будет. Ну и давайте купим акцию, посмотрим, что тут может быть. Кстати, смотрите, я вот тут копил. Ну, дочке дал поиграть на коте. Или на новом крабе, вот этом, рачке, рандоме. И дочка потом еще боксики решил мне помочь открыть. Ладно, пофиг, на ролик не попал, но она мне нашла Джесси. Джесси Драконшу. Это эпик скин, который 150 стоит. Вроде бы так. А, хотя сверхредки написано. Значит, я чуть не туда смотрел. Ну окей, короче, такой скин выпил. Давайте посмотрим, что сейчас может выпасть. Окей, гемасики залетают. Нам чуть-чуть не хватает, но, по-моему, у нас где-то был. Да. Все есть, не переживаем. Не надо паники. Погнали. Окей. Давайте посмотрим, что же мы можем интересного найти. Как бы... То обсуждение, насколько мегабоксы хорошие или плохие, мы уже прошли, поэтому на этом зацикливаться не буду. Я бы хотел бы просто побольше покопить ресурсов, чтобы... Вот мне пишут, опять же, давайте затронем обсуждение, потому что я же комментарии читаю, и мне интересно, что вы думаете, что вы пишете, что бы вы хотели узнать. Например, некоторые не знают, почему я не могу купить себе гиперзаряды, хотя я зажрался и уже не тот оказывается. Чел, братанчик, вот ты это если писал... Просто знай, что есть разница в жадности и есть разница в цели. Когда ты жадный, ты просто жадничаешь, не берешь это, потому что тебе просто жалко. И ты не знаешь, что с этим делать будешь, зачем тебе это надо. Ты просто жадничаешь. Есть вариант, когда это цель. Ты поставил себе цель накопить 4 ляма голды, и ты к ней идешь. И просто поставил себе цель, и вот достигаешь ее. Это другое. Тут мотивация есть. Мотивацию, так сказать, надо поднять и... Газовать. Ну, если серьезно, просто я не жадничаю. Я просто коплю, вот и все. То есть те, кто пишет, что я там сижу с 3 лямами и не могу купить себе гиперзаряды и жалуюсь на то, что они не падают, ну, я просто коплю их. Типа, я бы купил, если бы не копил, но если бы я не копил, то у меня бы не было 3 ляма с фигом. И это так уже прикольно. Я бы иногда думаю, сколько вот надо бы, чтобы дойти до 10 лямов голды, чтобы у тебя циферки вот просто как этот, как будто не настоящий сервер. Но 10 лямов накопить, это я не знаю, сколько играть еще надо. Я и так коплю все это время. Это может быть прям всех персов не прокачивать, голду вообще не тратить. Ну еще и помимо этого, наверное, покупать ее как-то за гемы. Но это очень дорого, это очень невыгодно. Ой, 100 гемасиков залетело. 100 гемасиков это на уровне леги. Это солидно. Еще бы вот эту славу тоже добить, чтобы раз уже падает и так глаза не мозолили. Метеоритная вроде прикольно выглядит, так что... Ну, я думаю, вряд ли тут всего так много выпадет, что мы сможем добить. Но у меня много есть персов, которые, да, я не собирал. Подарочки с мастерства. Мог бы все собрать, но я думаю, пока что этого не хватит. Может быть, как-то отдельный ролик замучу и посмотрим, как можно добить метеоритную движуху. Это брал пасик собрать, все собрать. Возможно, и хватит потом. Надо будет почитать, короче, чтобы не облажаться. А то я сделаю ролик, типа, мол, добиваю метеорит, но потом 50 кредит не хватит, вот это эпик фейл будет. Ну, я вроде видел, что блинков много сыпет, да? Голдушки не так много дают. Голдушки дают меньше, чем раньше обычный бокс давал. Потому что я для вас один шортс приготовил, я его попозже покажу. Вот там. О, падало и то больше. Хотя это не мега еще. Это обычный бокс был. Вот сейчас 200 выпало, неплохо. Иногда кажется, что, ну, условно говоря, если тебе не везет шансом и тебе не падает большое количество ресурсов, то, грубо говоря, у тебя пустой ящик. Ну, потому что вот, что такое? 13 очков силы, 100 голды, 60 блинков. Ну, что это? Это серьезно? Или не серьезно, как думаете? А чтобы тот шанс выпал, это прям пипец какая подкрутка нужна. И поэтому относительно мегаящики не очень. Они тебе не гарантируют какой-то стабильный дропик, они тебе рандом гарантируют, который же был причиной их удаления.
Но раньше их не надо было покупать, ты раньше их просто копишь и все. Поэтому разница есть небольшая. Я уже спутался, какой у нас по счету, но давайте посмотрим, что по итоговым ресурсам вместе все глянем. У меня там сколько блинков накопилось, сколько очков силы и сколько голды. Но я, по-моему, давным-давно брал вот просто обычное соотношение цены гемов и сколько за гемы ты можешь купить голды. Это я переводил в ресурсы, то есть сколько надо гема, чтобы накопить там 3 ляма голды, и там просто сумасшедшие цены выходили. Я сейчас уже не вспомню, но, грубо говоря, там что-то заоблачное прям было. Прикиньте, разработчики бы разово на аккаунте давали бы возможность, допустим, там, все твои ресурсы. Ой, все? Нифига быстро. Что-то я с кайфом так открывал, что закончились это. Истории вам начал задвигать интересные. Ну ладно, у нас, короче, 3 332 352 золотых кусочка, то есть монетки. 247 гемасов. 256к блинков и очков силы у нас 150к. Короче, копим 4 миллиона и гоним дальше. Насчет, для вас шутка какая-то, напишите, что думаете, может поставим этот титул. Так что с вами был Ума, всем удачи и всем пока.